Если не хотите, мы не вышли, но, может, какие-то теплые слова о «Зените»? О «Зените» только от всего доброго. Самая лучшая команда в России. Самая лучшая команда? А сейчас следите за командой вообще? Да, конечно. Да, смотрите? Ну, как часто? Самый лучший – это «Амкар» был. А не «Зенит»? Когда «Мартинс» играл. Сейчас там уже времени. Если есть, я смотрю, но там уже, знаете, там проблемы с телевидением. Нельзя смотреть, но если возможно, я смотрю всегда. Ага. А как часто вообще в Россию приезжаете? Бывает? Очень редко. Нет, очень редко. Мы когда с Фенербахче сыграли здесь, но первый раз как болельщик. Как чемпионат Европы? Впечатление? Пока все хорошо, там Словакия победили, все, значит все хорошо пока. Я сильно удивлялся на самом деле, Словакия так праздновали победу над Польшей, как будто уже в плей-офф вышли. Неожиданно было, что? Не, вообще там... Я думаю, что Польша там фаворит этой игры был. И когда мы победили, это очень хорошо для нашей команды. И надеюсь, что так будем продолжать. И посмотрим, как закончится. Как оцениваете сборную России? Ну так, но первый матч там, думаю, что очень неудобно сыграли. Но надеюсь, что сегодня она там получше будет. Черчесов очень критикует за то, что много в игре задействуется Дзюба. Как вообще вам такой футбол, более силовой, что ли, когда много верховой борьбы? Не надо мне тренера рассказывать. Там Дзюба очень хороший игрок, и там у каждого тренера есть свои такие идеи, или мы не знаем, как это и нам, как болельщикам, нужно, но надо только болеть и надеюсь, что там все получим будет. Мартин, вы играли у Черчесова вообще. Какие впечатления по Амкару? Действительно казалось, что это тренер такого уровня, ну, уровень сборной? Ну, тренер на самом деле сильный. Я про ничего плохого про него как тренера сказать не могу. Конечно, человеческие отношения у него сложновато. У многих игроков с ним конфликты. А почему? Дисциплина строгая или как? Или... Ну, он человек просто такой. Что, он первый? Да, типа того. Ага. Он хочет как бы всех очень сильно держать, хочет, да, так можно сказать, первый в команде. А с точки зрения футболиста, тренер, с точки зрения игры имею в виду? Не, что касается игры, тренировочного процесса, то, что у него есть какая-то свой план, по какому он хочет играть, это все у него прекрасно работает. Конечно, на игру влияет то, как игроки, наверное, выполняют его указания. Ну, сборная России вам нравится, как играет? Ну, подождите, надо тоже учитывать, что Бельгия это на сегодняшний день это одна из самых сильных команд вообще в мире, не в Европе. Я не понимаю, почему вы все удивлены, что вы проиграли с Бельгией. Если я был на игре, я смотрел, и просто там класс совсем другой футболистов, другой класс команды. Поэтому я как бы не удивляюсь, что как бы Россия проиграла. Просто команда на уровень лучше, чем Россия. Ну, если честно, мне показалось, что если бы не какие-то глупые ошибки на ровном месте, то чуть ли не даже не на равных сборной России выглядела. Как считаете? Ну, я бы не сказал, что выглядел на равных, потому что Бельгия контролировала игру. Мне кажется, что они намного лучше были. Конечно, был там период, там, я не знаю, начало второго тайма, первые 20 минут, когда, да, Россия хотела, ну, там, что-то сделать, да, они давление начинали, прессинговали, да, там было 15-20 минут, но потом обратно игру взяла в руку Бельгия, и все. Ну, вот вы тоже большой высокий форвард. Вас в Амкаре Черчесов тоже использовал, как Дзюба сейчас в сборной? Ну да, когда я был здоров, когда играл, да. Он подстроил игру под меня. Можно сказать, команда играла на одного нападающего, да. Он типа, ну, выбирает схему такую, которая подходит игрокам. И вот я был у него высокий нападающий, он выбирал. Потом пришел, я не знаю, другой нападающий, он менял схему. Ну вот сами как оцениваете вот этот вот стиль, заточенный больше на Дзюбу? Он оправдан? Оправдан ли он смотреть по игре со Словакией в отборочном цикле и про игре с Бельгией, можно сказать, что не оправдан уже.
можно попробовать что-то другое. Потому что, оказывается, у Дзюбы тоже есть лимиты свои. И, походу, он не вырос на то, чтобы он обыгрывал бельгийцев защитников. Ну, а вообще, как заявить перспективы сборной России? Из группы реально выйти? Ну, я думаю, что реально выйти, но надо просто играть по-другому и надо брать очки и все. Я думаю, эта команда сильная, и она может выйти 100%.